Ребят, приветствую вас на моем канале. Продолжим прохождение Sacred. Я давненько не играл. Вот, решил продолжить. Уже, конечно, все забыл, скажем так. И сейчас, возможно, будут у меня определенные проблемы. Вот, но я за кадром все-таки побегал, вспоминал. Я все-таки зачистил вот эту локацию на ресурсы. Ну, в домиках пособирал, здесь немножко пособирал, но, возможно, не все. И вот это пособирал. Тут обнаружил, что есть еще вот тут квесты. Вот. И обнаружил, что еще вот я стою возле, собственно, тоже квестика. Я его возьму. Пожалуйста, принеси мне лечебные растения для моей дочери из верхнего района. Возможно, у тебя найдется для меня время. Пожалуйста, помоги мне. Моя дочь серьезно больна, и мне срочно нужны лечебные растения, которые растет в верхнем районе города. К сожалению, нам не разрешают покидать кварталы бедняков. Возможно, можно попросить тебя это принести. Это мне интересно. Это мне интересно, сказал мой персонаж, моя Серафим. Видимо, ей нравится бегать. Но, насколько я помню, знакомый квест, поэтому, вероятно, я его уже выполнял. Отрекись от дьявола! Что бы мы без вас делали? Ты жили бы, как и раньше, как и без меня. Я-то тут бегаю, это непродолжительное время. Чисто технически где-то здесь растет растение. Да, скажите, еще на лошадке не бегаешь? Сейчас сяду на лошадку. Я, конечно, не всадник. Понятно, не сяду. О, может, сяду. Конечно, не всадник, но на лошади у меня характеристики увеличиваются. А именно те, что связаны со скоростью. Да, в принципе, атакующий тоже очень сильно увеличены, мне кажется. Поэтому на лошади можно смело сказать, что я сильнее, чем без лошади. Я сердечно тебе благодарна. Теперь мне нужно вернуться к дочери и дать ей это лечебное растение. Да благословит тебя боги. Дала мне атаку. Пойдет, в принципе, чего бы и нет. Неплохое умение. Вот. Я еще подумал. Подумывал о том, как все-таки добраться по основному сюжетному квесту, чтобы уже перейти во вторую главу. Хотелось бы побыстрее. Но с другой стороны, если я перейду во вторую главу,
Так. Я вот подумывал, может, здесь можно как-то съехать. Ну, поеду, посмотрю. То есть я попробую запрыгнуть наверх. Понимаешь, что здесь высоко. И все же. Отсюда к ним не добраться. Что если отсюда допрыгнуть сюда? Позволяет мне это сделать. Возможно, единственный путь, который ведет туда, это все-таки идти тем путем, идти, каким я шел. Единственное, что где-то должен быть переход, возможно, где-то здесь. Ладненько. Я готова защищать этих мирных жителей деревни даже ценой своей жизни. Здесь я тоже был, здесь я все тоже чистил. Неважно, главный ты или нет, все равно ты скоро умрешь. Как раз подкачаюсь.
честно, лучников ненавижу. И темная эльфа с этим проблем меньше. Он просто включает свой какой-то там отражение стрел обратно во врагов. Иди лофта. Так. Тут у нас стоят, кто это? Грабитель из Уркука. Время, деньги, поэтому сразу перейдем к делу. Убейте злобного волка, который прячется в пещере. Этот зверь и его стая полностью постоянно нападают на мою процветающую ферму. Такое ощущение, будто этот волк меня просто ненавидит. Я решу вашу проблему. Просто интересно, тебе вообще не смущает, наверное, да, что у тебя тут бандиты стоят? Абсолютно не смущает. Серафимия, конечно, красивенькая такая. Где задонатить, чтобы я не сходил, не собирал дроп, а он сам мне в инвентарь сыпался? Процветающая ферма. Ох, блин, рассказчик, блин. Максимально просто процвел, блин, на своей ферме. Подожди, мой дядя хочет вашими руками избавиться от меня, так же, как избавился от моего отца. Прошу вас, помогите мне отомстить, приведите меня к дяде. Это правда, превратившись в волка, я напал на ферму, ведь на самом деле она принадлежит не дяде, а мне. Когда дядя узнал, что отец продает волков темным эльфам, и барону де Модри, он отправил его. Он отравил его. Подожди. Дядя, значит, продает, да? Когда дядя узнал, что мой отец продает волков темным. Отравил. Я же сбежал. Валория. Ведьма, которую знали темные эльфы, научила меня превращаться в волка. Приведите меня к моему дяде и дайте отомстить за его кровавое преступление. Да, но твой отец был говном. Он продавал барону де Модри. И злым темным эльфом. Совесть у тебя есть? Ты как бы не совсем мне тоже союзник. Цель Утром должна быть где-то мне... рядом. Мне пофиг. Я уже мстил таким образом. Давайте сохранимся. Я вон новую эту создам. 8 будет, нифига себе. 8 сохранение. Я вообще все лишнее поудалял, оставил только это.
Ну, собственно, поэтому и сохранился. Видать, придется пробиваться прям полностью. Просто пробежать не получится. Так, вы верите этому дураку? Вы предатель. Это хорошо. Вы привели сюда моего племянника, и мои люди расправятся с ним раз и навсегда. А что касается вас? Сила тебе не поможет. Твои грехи! Для этого нет места. Вы вернули доброе имя моему отцу, которого подло отравил мой дядя. Теперь, когда эта темная глава истории нашей семьи закрыта, я могу сосредоточиться на том, чтобы привести в нормальное состояние эту ферму. Вот примите это в знак благодарности. Теперь в этом районе мир. Ты уже тысячу миллиардов раз мне говорила, что здесь мир. Фу, вонючий лук. Места больше нет. Я уже здесь. В принципе, возможно,
в какой-то момент уже не имеет смысла особо собирать лут в городах, как я вот потратил кучу времени на то, чтобы что-то там собирать. А смысла-то особо и нет. Тут максимум, что мне выпадало, это 1000. Хотя там бывают и вещи выпадают неплохие. Так что, спорный вопрос. Ладно, у нас есть пропавшие лесорубы. Ну, пойдем посмотрим, что за пропавшие лесорубы. Как там до них добраться? Новые монстраки. Защита от огня. Не пойму я, как их убивать, блин. Да, фигня, блин. Пойду посмотрю, что за пещерка. Я заметил, что у меня автоатакой получается воевать в разы легче, чем скиллами. Хотя скиллы как бы намного больше бьют, наверное. Беги со всех ног! Еще я помню, хотел пойти в пещерку в вот эту.
Есть оружие, насколько я знаю, которое типа сбивает таких же врагов с ног. Я уже здесь. Вернее, не с ног, а отменяет им полеты. Какие странные, красивые монстряки. Бесполезная пещерка. Ладно, на всех тратить время тоже грех. О боже, что? Мой муж был хорошим человеком. Что же я теперь буду делать? Как я скажу детям? Да я хрен его как. Ладно, давайте искать. Я вроде бы здесь все задания повыполнял. Давайте теперь искать дорогу дальше. Вряд ли я сюда запрыгну. Ага, вижу пещерку. Ждет нас и магазин, и все, что хочешь, короче. Наверное, продамся перед тем, как пойду в ту пещеру. Стрёмная звезда. Не могу отрицать, урон все-таки слишком нехеровый. Вышел я как раз там, где нужно.
Нифига у тебя топор. Теперь в этом районе мир. Чем крупнее город, тем тягостнее мысли его жителей. Ладно, тут сразу город. Могила шахтера. Здесь добывают сланец. Вы издеваетесь надо мной? Вы одинаковые. Вот этот и вот второй. Только один бандит, другой гвард. И он говорит, что такие как я он не любит. Кого? Серафим? Чё, ты чё вообще? Я ж, блин, ангел. Как их различать вообще? Не, ну тут пахнет предательством явно, ребят. Не знаю, как вам. Я хотя думаю, что много кто из вас просто проходил игру и ничего удивительного в этом не видит. Но я лично вижу, что одни наемники Де Морти и вторые наемники Де Морти. Они одеты одинаково. Но они почему-то даже друг с другом дерутся. Настолько они прям отбитые, не знаю. Может, есть какие-то лоялисты, есть не лоялисты? Денег мало, конечно, дают за это все. Но бывает, шмотка выпадает. Я бы, может, не собирал бы за них только денег. Ну вот видите, что-то выпало. А вдруг? Выпадет. Выпадет какой-нибудь рунка на меня. Или с этого шмотка. На плюс 3 точная. Помоги нам и спаси наших похищенных жен из притона солдат Де Морти. В смысле? Вот солдаты Де Морти. У нас есть 3 дня до окончания срока ультиматума. Пожалуйста, поторопитесь, эти солдаты жесткие мерзавцы, они убьют наших женщин или изувечат их. Эти собаки хотят, чтобы мы заплатили выкуп, но у нас нет денег. Ничего вообще нет. Ведь налоги так высоки, что мы едва сводим концы с концами. Можете спасти только вы. Я берусь за дело. Слушай, ну я тут теперь думаю... Блин, и выкидывать нечего такового. Ну, за 3 дня я успею, что хочешь сделать. Ah!
Я готова защищать этих мирных жителей деревни даже ценой своей жизни. Не хрили он там какая-то хрень. Отвали. Откройте двери. Призрак. Волшебник Фабиан. Подойди к водопаду и набери мне чистой воды. Я готовлю новый опыт. И мне срочно нужна чистая ключевая вода. Ты найдешь ее рядом с водопадом к северу отсюда. Осторожнее, говорят, там попадаются гиганты. Я скоро вернусь. Ладно. Вот, я уже этих вот солдат демонти не видите, не вижу, ненавижу, потому что у них тут висят анимации повешенных крестьян. Ну да, у них тут они на стадии гражданского переворота внутреннего, причем как гражданского. Не граждане делают переворот, а делает переворот, скорее всего, злой лорд Деморти или как там его. Военный, я бы сказал, бы переворот, а не гражданский. Ничего сверхинтересного нету. Ну, говори, командир могилы шахтера. Господи. Не хотите выполнить для меня задание? В находящихся неподалеку пещеры скрываются бандиты по имени Роберт. Убейте его и принесите мне локон его волос. Этот локон может повысить мою репутацию. Я засыплю его воском и отправлю самому барону де Морти. Барону, да? Барон назначил хорошую награду за голову Роберта и его бандитов. Да помогут тебе боги. А я думаю, что возможно этот Роберт на самом деле или Роберт и не бандит вовсе. Так, пожалуйста, найди топор ко мне дробители, верни его мне. Похоже, ты здесь недавно, у меня большие проблемы. Я не вовремя отвлекся, и один негодяй из мародерствующей банды наемников украл со склада легендарный топор ко мне дробитель. Что хуже всего, топор принадлежит нашему командиру, и если он узнает о его пропаже, мне грозит дисциплинарное взыскание. Ты сумеешь помочь мне? Лагерь наемников располагается к западу отсюда. Да помогут тебе боги. Ну, блин, если это злодей, я, естественно, помогу. Даже если злодей меня просит убить другого злодея, это, наверное, все равно считается как хорошее дело. Если, конечно, вы все-таки злодеи. Возможно, вы даже лоялисты. Возможно, вы думаете, что-то там барон делает не то. Играет двойную жизнь. Собрал собственную команду наемников. Терроризирует местное население. Бедолаги, даже дверей нет.
Так, ну вроде бы все, побегал. Где я смотрю вообще, господи, вот. Да, очень близко, очень близко. Буквально один прыжок, и ты на месте. Я думаю, если я буду бежать обратно, то явно не через пещеру, просто здесь спрыгну и все. Если вдруг буду бежать обратно. Так, что у нас по квестам? По квестам. Один здесь. Похищенные женщины, ключевая вода. И здесь два, да? Бандиты, могилы, шахтера и топор. Тоже в одном месте. Но я вначале разберусь с похищенными женщинами. Потому что там, по-моему, на время. Нихера себе лук. А цена какая, а? Никакая. Ты падешь так же, как и твои друзья. Четыре тысячи опыта дали. Как за четыре волка. Ну, четыре волка убить легче. Дверь откройте вы, уроды, блин. Так, давайте посмотрим, что я там. Владение оружием повышает повреждения. Либо концентрация. Два очка в концентрацию кину. Атака и скорость атаки, в принципе, не так сильно сейчас важны мне, если честно. Как подвижность и прочее. Вот владением оружием точно, что очень даже ничего. Чтобы больше повреждения было. Как от автоатаки, так и от силовых ударов. Хоть оружия хватает, и вы. Самоубийцы, блин.
занимает место больше. Слава богу, вы пришли нас спасти. Вытащите нас отсюда. У их лидера должен быть ключ от клетки. Убейте его. Справедливая нака... К сожалению, рюкзак полон. Так... Фигня... Крылья не вместятся... 3800... Еще какое-то чмошное копье, блин... Разве это возможно? Эти бандиты вправду получили по заслугам. Благодарю вас. Хотя судьба Магделланы будет мучить ее до конца дней. О, пожалуйста, отведите нас домой. Эти барышни идти с нами не хотят? Ну, не хотят, так как хотят. Так, у меня... Ага, я еще не выучил. Три барышни с нами. По факту-то четыре. Я вижу только три. Сохранюсь, естественно. Чтоб, не дай бог, какая барышня не погибла. Да нас уже ждут. Слава богам, наши женщины спасены. Если бы не вы, их бы постигла ужасная участь. Не благодари. Так, ну пойду, наверное, на эти две точки. Кстати, а что сюда не бегал? Вроде было по дороге. Не знаю. Так. Ну, у меня места все равно нету. Кстати, люблю, обожаю такие места, где торгаши открытые. Пришел, так вот, чпонь-чпоньк. 26 к атаке у меня. То же самое, только лучше. Топорик с нихера лиссимусом урона. Вот, красивый меч. Темно-эльфийский. Ну, блин, такое. Ладненько. Что-то надо делать с инвентарем.
Неважно, главный ты или нет. Все равно ты скоро умрешь. Понятно, пошли маги. Эй, постой! Советский солдат-наемник. А че вы на меня напали? Слушайте, мне не нравится это. По-моему, я бью не тех парней. Роберт Гуд. Это Робин Гуд. Вот, возьми лакон волос у меня с моей головы. Отнеси его командору в город могила шахтера. Послужит в качестве доказательства. Достаточно храбрецов пролили свою кровь. Псы де Морти зовут меня головорезом и варваром, но я сражаюсь за свободу, сражаюсь с несправедливостью. Я помогаю бедным, которым сборщики налогов не оставляют даже средств на существование. Пощади меня, в награду я дам вам оружие моего отца, которое подарил ему старый король Ардум. Да хорошо, хорошо. Вот за вот это хорошо. Ну да, так я что-то и подумал, что я вот не тех парней бью. На самом деле. Некий аналог Робин Гуда. Опа. Это действительно вы? Вот это да. Вы не выполните для меня одну кровавую работенку.
Убейте торговца, который находится в городе Могила Шахтера. Помогите мне отомстить. Люди в таверне говорили, что вы появлялись в городе и сможете мне помочь. Моя сестра Бриана, да упокоится и в мире ее душа, стала жертвой этого отвратительного человека, который приводит к себе молодых девушек и удовлетворяет свои развратные желания. Вы сможете отомстить? Да, конечно. Безусловно, помогу. Ага. Тут все это время был еще один проход. Хорошо, буду знать. Возможно, я не той дорогой шел просто. Изначально. Особняк похож на вампирский. Так, 3900 за такой размер. 1902. Святая сабля ангела. Фига себе, красота, блин. Как выглядит? Места больше нет. Ну, выглядит не огонь, конечно. Слушайте, ну, наверное, поеду продамся. Именно здесь я и должна быть. И вернусь. Если, конечно, не отдеспавнит с крылья, допустим, тебе. Нахрен они мне, конечно, нужны вообще. Я заметил, тут еще кто-то хочет со мной поговорить. Я готова защищать этих мирных жителей деревни даже ценой своей жизни. Сплошная доброта. Так. Так.
Чё я держу вот эту фигню? Локон волос, а почему на нем нет крови? Ну ладно, по крайней мере разбойник мертв и не кричит больше не причинит больше неприятностей нашей казне. Вот ваша награда. За вычетом местных налогов, расходов, платы за постой, дорожный сбор и ДНС. Все равно неплохие деньги, конечно. Но в целом мудаки вы. Слава богам, тебе удалось вернуть камнедробитель в целостность и сохранности. Моя благодарность тебе неизмерима. Какой классный топор. Большая честь его носить или продать. Ага. Поеду туда обратно. Может быть. Может быть, там даже лежит сейчас. Ох ты ж, гадит. Да, прикиньте, до сих пор лежит. Прикольно. Гляну, что там есть в доме. Может, здесь даже есть вампир. Вампира нет, ну и на том хорошо. Это все что, могилки какие-то? Я что-то думал, что это кладбище, а это нет, это какой-то город. Явно заброшенный город. Могила. Кого? С таким названием. Больше я нести не могу. Да какого хрена? Ух ты, какой интересный амулет. Могила шахтера. Видать, название не просто так придумали. Действительно какая-то могила шахтера. А тут предположительно шахта, да? Так, а против кого мы там? Наемник. Ну, вроде не наемник де Морте.
Блин, как быстро у меня переполняется инвентарь-то. Так. Ну, вот этот фигня, конечно. Есть игра такая, Dungeon Siege, по-моему. Так вот там тоже есть проблема с инвентарем, естественно. Он вечно переполняется. Но там интересное решение есть. Есть заклинание, которое вещи вокруг вас превращает в золото. И я считаю, это просто замечательное заклинание. Не важно, что золото там будет, не... Ого, сколько? Так, пойду с девахами пообщаюсь. Узнаю, что они мне скажут. О, прошу вас, помогите. Здесь просто ад. Вы можете вытащить нас отсюда? Могу. Сохранюсь только. На девяточке. Трусливая тварь! Вот этот пацанчик, да? Окей. Оставлю тебя на потом. Лестница куда? Так, три девахи у нас, да? Я вижу только двух. Остальные тупят. Ну и ладно, пускай тупят. Сохранюсь еще раз. Я просто не знаю, что произойдет, мало ли. Так, кто ты, милое дитя? Кто ты, милое дитя? А, ну да, конечно, возможно, я бы был в курсе. Ангел мести? За эту, как ее? Бриану? Да, вспоминаю, она неплохо сопротивлялась. А ты? Тебя я добавлю к моей коллекции. Но сначала тебе надо наказать. А если б я был гладиатором? Че плевать? Мелковат, дружище. Мелковат. Наручи забвения. Так, ну какой-то... Ну, чуть получше. Yeah.
О боги, ты слышишь, Бриана? Ты умерла, но, по крайней мере, за твою смерть отомстили. Что же, да вас спасибо, что сделали теперь это кровавое в этом районе дело. Мир. А, и девахи пооставались, да? В ночных кошмарах я все еще слышу крики и звуки ударов. Это леденящую душу неизвестность. Вы спасли нас от этого чудовища и его слуг. Мы задержимся здесь на некоторое время, а затем вернемся домой. Спасибо вам. Пожалуйста. А я пойду продамся. Эликсир уничтожения нежити хорошая штука. А это что? Бракованный кинжал льва. Кинжалы ни хрена не стоят. Они, конечно, и места мало занимают. Вообще, как бы правильно соблюдать соотношение цена-размер. Я так делал, собственно, в той же ж всяких обливионах, скайримах. Так, ну, осталось одно задание. Кровожадная крыса! Этой дороге сила тебе не поможет. Моя цель должна быть где-то здесь. Ну. Так, а там мы пришли по главной миссии. Вот, они какие-то... Охренеть. Дай угадать, это были эли... Подождите, подождите. Так, книжка. По главной миссии. Воины Шакуры, найдите элитные войска в ущелье Айскрик. Барон де Морти заверил вас в своей полной поддержке и отправил вас к своим лучшим... Короче, еще раз напомню, ребят. Значит, как все было? Значит, есть некий, ну, принц, допустим, да? Есть некий принц.
Вот. И он сейчас на войне с орками. Орки прям, ну капец, буянят, и это очень плохо. И вот он послал нас к барону де Морти на помощь. И барон де Морти вот это нас полностью поддерживает и говорит: пошлю тебя к своим элитным лучшим воинам Шакуры, элитным мечникам, разбивший лагерь неподалеку от старого укрепления монастыря, и бл-бл-бл-бл. Воины могут решить исход сражения, так как эти солдаты очень опытные, закаленные в боях. Говорят, что молва о жесткости и беспощадности в гвардии Шакуры даже превышает то, что известно об их подвигах. Нужно быть осторожнее, меня бросает в дрожь от ощущения того, что из тьмы на нас отовсюду... Короче, неважно. Блин, вот тут только что штабелями сложились все они. От одного волка и бандита. Жестяк просто. Элитнейшие войска, блин. Ну и как вы теперь поможете мне драться с орками? Элитнейшие войсчище просто. Я охреневаю. Так, вы хотите, чтобы мы помогли принцу Валору остановить орка в ущелье Виверн? Что ж, похоже, бедняге Валору придется в одиночку сражаться с орками. Хе-хе-хе-хе, говорит он. Вы сделали ошибку, взяв с собой кольцо его превосходительства барона де Морти, ведь это означает, что вы стоите на его пути и поэтому должны умереть. Какая глупость! Сила тебе не поможет! Две 500 опыта за тебя дали. Элитный. Воу. Измена. Скорее к ущелью Виверн. Надо предупредить принца о том, что подлый де Мордри предал нас. И его войска не придут. Пусть древние боги охраняют твой сон. Акт 2. Кровавые знамена. Я, пожалуй, здесь небольшую паузу сделаю, короче. Сейчас поищу видео. Sacred Gold. Movie. И включу вам акт второй видяшечку. Пойдет. Вот, сохранюсь. Акт 2. Игра нестабильная, если честно. Вот, я чудом выжил. Чудом! Ладно, пойду. Вода из источника. А что за... Измена. Измена. Нам нужно вот сюда. Ущелье Виверн.
Я, пожалуй, вначале сдам побочный квест. И, ребят, буду заканчивать. Видяшка получится, конечно, не убер большой. Великолепно, спасибо большое. Я наконец смогу закончить опыт. Предательство! Нас предали, пацаны, короче. Ой, офигею, тут предатели. Было продаться вначале. Вот я затупил. Пришел час расплаты. Я бы не прочь, но больше нести я просто не в состоянии. Самое время вытянуть из рюкзака ненужный хлам. Для этого нет места. Блин. Я уже давно не была в городе. А, блин. Неужели так сложно здесь дорогу провести? Офигеть, у меня тут щитов просто. А, это мне дали щит мой. Мой же щит. И мой же меч. Боевые перчатки Уриэли. Ага. Надо оставить. Мои, правда, перчатки лучше. Ну, и так пойдет, конечно. Как бы банк расширить, а? Инвентарь. А в Титан Квесте так можно делать. С учетом предательства, видите, все равно не каждый на меня нападает. Теперь в этом районе мир. Подождите, там разве не было врат? Возле дипломатического центра. Да, прикиньте, не было.
Слушайте, ну пойду я отомщу этим мудакам барону, блин. Зараза. Ни хрена не вмещается, блин. У меня был план здесь спрыгнуть. Ага. План, походу, такой себе, да? Да. Не обхитрить, короче. Ну отстаньте, ну будьте вы людьми. Магов. Два миллиарда штук магов просто. Барон де Морти, я иду за тобой. Возмездие идет. Чё-то его никто не защищает. Теперь в этом районе мир. Можешь сыкло. Сбежал. Сбежал. Ладненько. Ладненько. Ну теперь я понимаю, что я зря сюда бежал, тратил свое время.
Нам нужно сюда портоваться. В принципе, можно отсюда прям поехать вниз. Можно вернуться обратно и портануться, чего я делать не особо хочу. Вот. Нет, тут еще какие-то квесты есть. Свиток какой-то. Трусливый пес. Что-то порешать нужно с инвентарем, потому что это вообще жесть. Эх. Ладно, ребят, пока что. Спасибо за просмотр. Всем пока.